Сегодня отметил бы 85-летний юбилей чувашский писатель, заслуженный работник культуры Лаврентий Талеров. Сегодня в Литературном музее прошел вечер памяти известного прозаика, публициста, переводчика и журналиста. Лаврентий Талеров родился в Комсомольском районе 27 января 1929 года. Работал в редакции Комсомольской районной газеты «Октябрь Елави», в редакции газеты «Коммунизм Елави», журнала «Таванадал». Был корреспондентом «Чувашрадио». Он находится в самом сердце у тех, кто его хорошо знал, кто общался с ним, кто читал его произведения, кто читал его статьи, глубоко мысленные статьи и романы, повести, рассказы, кто слушал его выступления. Это был замечательный человек. Свой первый рассказ Талеров опубликовал в журнале «Капка» в 1956 году. В литературу вступил как прозаик и публицист с короткими зарисовками и критическими выступлениями. Затем появились произведения среднего жанра. Есть в прозе Талерова и исторические романы, в которых воссоздана панорамная картина прошлого чувашского народа. Чтобы написать повесть, роман, тут нужен большой простор, знание жизни. Он таким и был. И второй момент, что привлекало, это, конечно, манера одеваться, внешняя такая культура. Он всегда был обрядный. Вот, и костюм, и рубашка, и галстук очень гармонично выглядели. Сегодня в Литературном музее собрались друзья и соратники писателя. Они не только вспоминали биографию Лаврентия Талерова, но и отдали дань творчеству писателя. Татьяна Молокова, Светлана Ликимова, Евгений Анисимов, Республика.